Я с детства занималась театром. Вернее, сначала я училась в музыкальной школе и занималась вокалом. Мне очень нравилось петь. Петь — это интересно. И параллельно я занималась в театральном кружке. Когда выбор стал, куда поступать, я ни секунды не сомневаюсь, сказала, конечно же, театральный. На что мне мои родители сказали: что театральный? Погоди, ты же хорошо поешь. Иди на музыкальное образование. Я посмотрела, как нужно поступать, где какие испытания, и сказала: нет, точно театральный, мне очень нравится. Мы делали постановки, не сказать, что очень большие, какие-то грандиозные. Все это было на городском уровне скорее. И редко мы когда-то выезжали в Самару. Но сама эта атмосфера, и меня это так привлекало, что больше нигде я себя не видела, никаким инженером. Нет, только творчество. И после 11 класса я сдала ЕГЭ и пошла поступать в театральный. И провалилась. Ну как, нет, я не провалилась. Я поступила, мне не хватило одного, по-моему, места на бюджет. Вот, на что я сказала, родители говорят: ну иди тогда поступай, и мы тебе все оплатим. Я сказала: нет, я не пойду учиться на платное, что это такое. Я поступила на филфак. Вот, честно, отучилась там год, нашла друзей, с которыми сейчас мы до сих пор общаемся, и это мои лучшие друзья, и я благодарна педу за это. Это потрясающее было время. Ну, я сказала: почему я должна учиться здесь, когда я могу еще раз поступить? Я пересдала ЕГЭ, чтобы были больше баллов, было больше поступлений, и пошла поступать в академию театральную. То есть вокал я уже прям сразу же отмела. Пришла туда, прошла этапы, и потом мне мой знакомый говорит, что в драмтеатре идет набор в студию, про которую я никогда не слышала, при университете на Яновой. И мастер Вячеслав Алексеевич Гвоздков. Все этапы я уже пропустила, все это прошло мимо меня. Но я ему позвонила, попросила встретиться. Он сказал: приходи, потому что я вот сейчас как раз добираю. Я пришла, был еще один мальчик и я, актеры и Вячеслав Алексеевич. И, ну, я сразу же влюбилась в это место, я сразу же влюбилась в камерный зал, в котором у меня были прослушивания, и я влюбилась в то, как Вячеслав Алексеевич разговаривал с нами. Это был настолько эмоциональный человек. Я была так поражена им. Вот. И мне намного... Он был... В общем, я настолько была поражена то, что я сейчас в драмтеатре, то, что я разговариваю сейчас с Вячеславом Алексеевичем, и как он с нами разговаривает, что когда он мне сказал, что я прошла, и что он готов взять меня на обучение, у меня был выбор уже. И я помню, я вышла из драмтеатра, мне сказали: подумай, куда ты хочешь поступать. Я вышла и сказала родителям: я пойду к Вячеславу Алексеевичу.